Наконец-то, думал, ты никогда там поселилась, что ли, там. А код, наверное, на чеке, наверное, код написан. Да? Пойдем посмотрим хлеб. Может быть, хлеб какой-то купим. Красоту сними, Ленки, пошли, скажи. Да, это не удивишь. Может быть, хлеб какой-то. Покруче, чем у нас в Париже. Тихо. 96 в чебата, 98 это минус скидка 120 рублей. Хлеб ржаной с тыквенными семечками. Да? Видишь, какой каравай. Знаете, чудо, ну, 192 рубля. Какой? Ну какой вот? А вот смотрю теперь с чем. 60 рублей половина. Вот 500 грамм хлеб строгановский. Они могут отрезать 500 грамм 120 рублей. Это цена хорошая. А сколько половину могут отрезать? Половина 60. А может быть вот такой взять? Ты будешь есть его? С тыквенными семечками. Где? Вот этот коровой. Он твердый же. Ты посмотри, какая кожура. Ты будешь ее кожура есть, эту кожуру? Грызть, да? Вот этот, наверное, добрать. Хлеб строгановский, наверное. Ржано-пшеничный. Вот это, я не знаю. Зерновой. Вот зернышками лучше. Вот этот вот? Вот это. Вот. Половина. Половина. Дадут мне половину. Ну, спроси, у тебя есть деньги заплатить? Есть, кошелек сейчас. Нет. То есть какой? Вот этот вот, да? Да, зерновый, вот этот зерновой. Половину, да? Да, да. Извините, а вы нам сможете, зерновой. Там написано половину, а вы сможете половину отрезать или нет? А вот... Вот этот, зерновой. А, что? Если вам не затруднит вас, то да, нарежьте, пожалуйста. Да, будьте любезны. Сейчас. Вот у меня без дачи сейчас есть. Видишь, кофе в капсулах. Держи сейчас, и копейки отсчитают. А нет, достаточно. Сейчас. Ну, 10 рублей, да, или сколько там? Да, сейчас. 10, да? Так, раз, два. 3, 4, 5. Это прямо так хорошо смотрится. Вот это прямо. Правильно? Спасибо. Да, спасибо, да, все. До свидания. Так, давай ну, в эту клади. Сторону, ну, клади. Чтобы не замет. Подожди, ну, клади вот сюда, вот там. Клади. Вот так вот. Все, да? Какая столешница старая, как будто бы. Интересно. Такой слэп большой, да? Да. Интересно. Стулья такие тоже. Ну, пойдем, да. Спасибо за завтрак. Да, ну, ну вкусная с начинкой была, да, там что-то, да, что-то лежало, да? Ага. Барахло? Да, чуть-чуть. А, чуть-чуть. Нет, ну мне показалось, что там. То есть мало начинки все-таки. Мало, конечно. А тесто вкусное было? А такое же, как круассан.
сладкое или не сладкое? Сладенькое. Ну и хорошо. Главное, чтобы сахара побольше было. Да. Тогда все будет вкусно, что с сахаром. И не прикасайтесь, мне больше останется. Сахар дорогой. Это получается 50 центов килограмм. А мы в Финляндии по 1 евро покупали. Да. Ну, там тоже не самый сладкий был, честно говоря. Вот я думал, что в эту пекарню, видишь, хотел зайти. А потом эту я увидел. Да. Вон там бабка идет какая-то. Смотри, накупила. Шапка на глаза напялила. Упадет, и буханки покатятся в разные стороны, круглые. Хлеба русские. Покатятся, они же круглые. Как два колобка. Один налево, другой направо. Ну, попробуем еще раз. Мне кажется, барахло. В пекарнях не умеют готовить. Муки сказали, нету в России. А какой муки нет, сказали? Из какой муки готовят хлеб? А что он тебе говорит? Да по телевизору говорили. Мы с тобой смотрели передачу. Какой-то, из какой-то муки готовят хлеб. Вкусный. А муки в России нет такой. Она как-то сеется определенным образом или что-то в этом духе. В Америку. И во Францию. Весь хлебушек в Америку. Ну, конечно, тесто плывет. Вроде гусь такой, вынеси, но смотри, оно жиденько расплывается. Ну, это некачественное, конечно. А то Володька с умным видом всем рассказывает, какое хорошо у него. Вчера Володька из Калининграда прислал, там ему вопросы задавали. Выясняется, у него мать еврейка. У Путина мать еврейка? Да. Отец-то...